Власти Ирака объявили об открытии нового фронта в Мосуле. В заявлении, зачитанном по национальному телевидению, было сказано, что силы безопасности начали наступление северо-восточных пригородов на зону внутри мегаполиса, остающуюся под контролем экстремистов. Ближайшая цель – выйти к реке Тигр и отрезать противника от коммуникаций в северных кварталах. В наступлении участвует 9-я танковая дивизия армии при поддержке полицейского спецназа. Официальные представители военного ведомства уверяют, что линия фронта уже прорвана. Наступление на позиции боевиков группировки «Исламское государство» проходит успешно. Военным удалось продвинуться вперед на 1,5 километра. Иракские силы безопасности прикрывают с воздуха ВВС США. Наземная фаза операции по штурму Мосула началась 17 октября прошлого года. В конце января было объявлено об установлении контроля над восточными кварталами, после чего начался второй этап взятия Мосула – бои за западный берег. В марте армия Ирака смогла перекрыть все пути выхода боевиков из города.